Приветствую вас, дорогие друзья! Я являюсь партнером сообщества платформы Dazzling Life. И сегодня я хочу с вами поговорить немножко о маркетинге. Вот смотрите, вот я нарисовала кружочки. Вот первый вот здесь кружочек, это я. Я купила лицензию первую за 30 евро. Получила на свой кошелек 43 токена и получила 6 метров квадратных звездного неба. Смотрите, я пригласила в первую линию. Вообще я должна пригласить 10 человек. Все это еще у меня идет в процессе. Но на сегодняшний день у меня в первой линии уже 6 человек, которые уже начали активно работать. Вот одна партнер, значит, купила первую тоже лицензию за 30 евро. Я от нее получила 30%, это 9 евро. И она пригласила тоже человечка, да, одного, который у ней проплатился. Он получается у меня во второй линии. От второй линии я получаю 28%, это 3 евро. Остальные люди у меня пока работают, значит, в социальных сетях. Работая в социальных сетях, мы тоже получаем зарплату в токенах и накапливаем себе. Значит, какая цель у меня? Цель у меня еще накопить на акцию. Акция стоит 6000 токенов. На моем счету за это время я заработала 2835 токенов. Это 1190 евро. Значит, мне тут не хватает еще на акцию, но я их обязательно, значит, накоплю и приобрету акцию. В чем суть? Суть в том, что когда я приобретаю акцию, я становлюсь акционером нашей компании, вот этой платформы, да, Dazzling Life, и, значит, буду получать пожизненно дивиденды. На сегодняшний день у меня в первой линии 6 человек, во второй линии вот уже 4 человека, и один человек пригласил еще во второй линии. И в третьей линии у меня 5 человек. Например, смотрите, вот если у меня вот эти все купят по 30 евро, даже вот все 10, которых я еще приглашу, я получаю 90 евро. Эти деньги, которые я могу вывести в любой момент без всяких ограничений на свой кошелек, на карточку, ну, выводим мы там через Payeer кошелек, все замечательно, через обменник, можно даже сразу и на карточку вывести. Все выводится замечательно. Значит, как выгоднее заходить? Выгоднее заходить, конечно, на седьмую лицензию. Седьмая лицензия стоит 800 евро. Там открываются очень большие перспективы. Вы обладаете, значит, также акциями, становитесь акционером. И чем больше у вас акций, тем больше вы будете получать дивидендов. Также вы можете отдохнуть в Черногории. То есть, ну, открывается больше возможностей. Поэтому подумайте, как вам лучше зайти на седьмую лицензию, если есть такая возможность. Если нет, можно зайти на первую, начать с первой лицензии. Это первое. Затем можно заходить вообще без всяких вложений, узнать нашу компанию изнутри, изучить, поработать в социальных сетях, тоже зарабатывая токены, и дальше уже работать дальше, строить структуру. Значит, в первой линии у нас должно быть 10 человек. Присоединяйтесь к моей команде. Все мои данные будут под этим видео. Всего доброго и до новых встреч!